Вырезанные из дерева вазы, шкатулки, цветы. Глядя на эти работы, сложно представить, что это творение женских рук. 12 учениц резчика по дереву Вячеслава Бекусова. Каждая постаралась своим талантом удивить зрителя. И, похоже, им это удалось. Я очень удивилась, что это женщины. И то, что вот это вот все, ну, вяжут, шьют, понятно, да, женщины мастерят какие-то поделки. Но женщинам, наверное, подвластно все, и они умеют делать вот такие чудесные вещи. В экспозиции не только работы из дерева. Любителям живописи тоже было на что посмотреть. Большая часть мастериц еще и художницы. Поэтому решили провести объединенную выставку их творений. Студия резьбы по дереву работает всего 5 месяцев на базе городского краеведческого музея. Сам Вячеслав Бекусов этим занятием увлекается уже 40 лет. Для него резьба не просто хобби. Он с удовольствием делится своими навыками и гордится творениями учеников. Я приглашаю мельницев на выставку. Вы посмотрите, чего достигли женщины за 5 месяцев работы. Добавим, что полюбоваться искусственными работами может каждый. Выставка продлится до 18 апреля. Мария Урцева, Владислав Солдатенко, телеканал «Алмазный край».